Поздравляем Заирбекова Мирбека и переходим к следующему поединку. Один боец уже в октагоне. Абдразаков Ислам. Абдусатаров Абдукодир не задерживал октагон. Либо минус балл. Ну и, собственно, будет второй боец из Узбекистана, похоже. Абдуразаков Ислам, это боец, который уже вышел в октагон. Все ждут бойца из Узбекистана. Пошло предупреждение о том, чтобы не задерживали октагон. Да, действительно, время летит, и все идет к тому, что некоторые бои будут заканчиваться очень и очень поздно. Поприветствуем бойцов аплодисментами. Итак, справа от меня боец в синем углу, весовой категории 66 килограмм, роста 72 сантиметра. Мастер спорта по боевому самбо, команда РМ Айгульманас. Уроженец города Джалалабад. Тренер Амир Ахунов Нургазиев. Встречаем Абдразакову Исламу! Его соперник, весовая категория 66 килограмм, рост 84 сантиметра. Команда «Мангуст», тренер Тугизбаев Мансур. Узбекистан, Наманган, ему 20 лет. Встречаем Абдусатаров Абдукадир! Бойцы на середину. Бойцы, рука прожимает. Удары запрещаются. Затылок, область позвоночника. Сетку, шоту не хватает. В сторону, удачи. Четвертое противостояние в этом выпуске. Абдразакову Ислам против Абдусапарова Абдукадыра. Очередное кыргызско-узбекское противостояние. Ислам, как вы уже все поняли, в трусах синих. Сейчас слева от своего оппонента. Первый раунд. Поехали смотреть. Приглашается следующая пара. Абдраимов Рустам. Сайтиев Баймурат. Абдукадыр пошел в атаку, но... это всего лишь единичный лоу-кик. Вот сейчас повторяет и встречает шквал на атаку от Ислама. Неплохую серию ударов в голову оппонента провел Абдразакулу. Но удары не акцентированы, поэтому выстоять было не так сложно. Но куда точнее по первым минутам действует именно Ислам. В очередной раз хорошо встретил. А вот здесь попадает Абдукадыр. И Ислам переводит все в партер. Начинает лупить оппонента, положив его на настил. Вот это доминация. Да, очень тяжело сейчас было защищаться Абдукадыру. Но все-таки силы не безграничные. И Ислам свою атаку заканчивает. Удается Абдусапарову перейти в защитную позицию. Вот, вот что нужно делать, когда вас вяжут, бить оппонента. Опять пытается вырваться. И сейчас все удары в голову. Очень серьезно терпит Абдукадыр. К его чести нужно сказать, пока не сдается. Но здесь уже совсем без защиты. Мне кажется, судье бы пора останавливать, да. Показал Абдусапаров свой характер, но этого не хватило. Все-таки мастерство в этом виде спорта тоже имеет вес. Абдразакулу оказался сильнее, с чем мы его поздравляем. За 2 минуты и 2 секунды техническим нокаутом он это держал. Абдразакулу! Очередной очень крутой бой.